удивительно, но вообще у нас этот человек совершенно необычный. У него всегда такие передовые идеи и очень актуальные для нашего времени. Вот мы с его легкой руки начали строить Дом Милосердия. Вот, увидел далеко идущие вот такие планы в плане поддержки людей, которые, может быть, оказались в силу каких-то обстоятельств, без крова или вот в такой нужде. Вот. Ну и главный принцип у него, помогая ближнему, это вот как заповедь, что ли, понимаете, социальные стандарты поднимать, и тот, кто нуждается в помощи, протянуть ему руку, это вот самое главное для человека. Вы знаете, ну вот часто приходится встречаться, ну, вот сегодня мы встречались с детьми на прекрасной этой линейке, видели заботы. Работы. Не просто на словах. Ну, конечно, можно и говорить много, и красиво, но когда человек делает, я вижу, что действительно люди хорошо относятся к нуждам наших всех жителей, молодежи, и старичков. И я думаю, что если бы мы так вот все вместе взялись, если бы все так вот стали заботиться друг о друге, о ближних, то, наверное, мы бы смогли уже и построить здоровое общество, и как бы понять смысл нашей жизни. Потому что если не будешь помогать друг другу, если мы не будем помогать по нашим силам, то, конечно, вряд ли мы что-то сможем построить и объединить наше общество.